Привет-привет! Всем заглянул на мой канал. Меня зовут Лена Босс, и сегодня у меня обзор альбомчика. Альбомчик этот для мальчика, и делала я его в рамках моего дизайнерства в дизайн-команде Scrap Melange. Это бумага для скраббукинга, но помимо того, что у них есть бумага, у них еще есть цифровые сеты различные с элементами для вырезания и даже принтами, тегами, что-то такое, поэтому ассортимент там больше, чем просто бумага. Так вот, совсем недавно, месяца, наверное, два назад, да, вышла коллекция у них очередная, детская. До этого была коллекция новогодняя для девочки, вот потом для мальчика. Сейчас уже вышла про Гарри Поттер, и еще коллекции готовятся. Мне очень нравится, тоже Scrap Melange не останавливаются. Выпускают по чуть-чуть, но крутые, интересные, продуманные коллекции. Вот вышла коллекция «Маленький мир», коллекция для мальчика. И я сразу подумала, что хочу сделать давно. Я не делала таких больших оформленных альбомов, как, знаете, для заказчиков я раньше делала. Сейчас я на заказ не делаю альбомы пока что, не могу взять. Вот, ну, соскучилась, знаете, по такими фотографиями 10 на 15, более-менее приличного размера. А здесь у меня, дайте вспомнить, наверное, 18 на 24 размер альбома, довольно вместительный, с открывашками, может быть, даже что-то с намеком по месяцам, и удобный для заказчиков, то есть не сильно замороченный, но в то же время интересный альбомчик. В общем, я решила, думаю, ну ладно, пусть как, что обычно мы в дизайн-команде пытаемся как-то, ну, выделиться, да, что-то придумать, удивить, прежде всего скрапушек. А когда мы делаем работу на заказ, мы делаем с точки зрения, что понравилось заказчику, да, что-то красивое, удобное, с этой стороны точки зрения продумываем, да. Но тут я решила не выпендриваться и сделать что-то для заказчика. Но на самом деле получилась работа, мне кажется, достойная дизайн-команды, потому что, ну, классно. Я сама очень довольна результатом. Может быть, для кого-то, как всегда я говорю, это ничего такого выдающегося и даже, ну, так себе. Но для меня лично очень нравится результат, какой получился. Сама не ожидала, что так получится. Я когда садилась работать с этой коллекцией, она... Можно в разных направлениях работать. Можно и добавить цветочки, кружево, и будет такой винтажный шебби, альбомчик или блокнотик для мальчика, да. Можно просто в американском стиле. Можно просто только принты использовать и без вообще декора, потому что достаточно самодостаточные принты в наборе, паттерны, да, и с ними легко работать. Что еще про легко работать, да, здесь не буйство цвета, а какие-то есть маленькие акцентики в виде голубого, синего, да, и желтый, мне кажется, даже уже я добавила в коллекции. Остальное все бежево-коричневое. И вот для новичков, кто новичок, если... Так вот, советую я коллекции Scrap Melange, потому что с ними очень удобно работать. Легко к ним подбирается кардсток из даже крафта. Наши бумаги для акварели хорошо подходят, да, по тону белого цвета. И уже можно легко работать. Ну что, давайте смотреть. У меня здесь 5 разворотов, как вы видите. Все обтянуто тканью, вязью. Ну, у меня здесь шнурочек, да. Все торцы, даже где я приподнимала что-то, я обработала вот шпагатом, шнурком таким, да, переплет прошитый. Все в основном подложечки все прошито. Ну, подложечки, конечно, с декоративной точки зрения прошиты, но переплет для крепости. Обложка, да? Я стандартная, на самом деле, моя композиция, когда вот такой вот треугольник идет, ближе к корешку расширяется, да. Здесь очень много я использовала розеточек. Это у меня нож пришел с AliExpress. Вот такую вот штучку вязаную. Слушайте, девочки, я на самом деле забыла. Эти вязалочки мне присылал кто-то из мастериц. Может быть, вы мне напомните, очень хочу. Но я на самом деле еще покопаюсь. Может быть, на этапе монтажа я к этому вспомню у себя в видеошках, да. Кто мне присылал мои самые первые вязалочки для скрапа, которые мне прислали. Вот совсем это недавно, может быть, год-полтора назад было. Они мне лежали, тут так здорово подошли вот эти вот колечки, да, как фишка получилась, она объемная за счет того, что вырубки, внутри она там приподнятая же, да, объем получился и классно смотрится, мне очень нравится. Вот, декорчик такой стандартный, в основном у меня здесь это вырубка просто, вырубка, которая...
Эмбоссингом тонированный. Я показывала, снимала рилс, или как это называется, шотсы здесь в Ютубе. Посмотрите, там я показывала, какой декор в основном я использую. То есть вырубка с эмбоссингом, вырубка из остатков скраб-бумаги. То есть я сначала нарезала все конструкции, потом, смотрю, у меня остаточки бумаги остались, конечно, обрезочки. Вот я их все пустила на вырубку, либо на уголочки. Все у меня мелкие обрезочки ушли прям под ноль. Даже вот самые тоненькие полосочки все пустила. Это очень здорово при работе. Вот видите, вот, потому что вырубка из скраб-бумаги очень здорово обтеняет просто однотонную вырубку. Тиборд у меня здесь в основном это скрапики, вот такой вот фоновый, по-моему. Там были с машинками внутри, самолетиком чипик, вот его не помню от кого. А вот фоновый у меня весь здесь, это от скрапиков. Что еще? Да, ну, из особенного здесь, конечно, это высечки и декор. Это из коллекции «Маленький мир». Вот, немножко глиняных фигурок использовал, конечно, пуговки, хоть и на тему мальчиковых альбомов пуговки не особо идут, но у Scrap Milage такие теплые, немножко с налетом винтажности коллекции, поэтому здесь пуговки, мне кажется, идеально смотрятся. Вот такие тоже пуговки, да, шарики, билетики, тежечки, что-то такое. Ножички здесь разные, вот этот вот у меня, как всегда, это мой любимый, от Scrapman идет. Вот эти вот тоже, это Art Scrap кружочки, вот эти вот, я сказала, с AliExpress, да, вот это тоже у скобочки, это Art Scrap идет. Замша. На самом деле, такой замши у меня очень большой отрез есть. Можно было все тут покрыть, и переплет, и торцы, но я это уже поздно сообразила. Но у меня осталось еще немножко листочков и один лист с вырезанием. Может быть, я какой-то мини потом сделаю, туда вот всю такую замшу пущу. А здесь мне хотелось все-таки как-то разделить обложку. Потому что конюшка мне тоже очень здорово сюда подошла. Вот такая, польский хлопок. И если вы заметите, то я ее тонировала. Вообще я здесь все тонировала. Когда я собиралась, собственно, я, по-моему, прервалась, говорила, не знаю, в каком буду стиле работать, винтажным, с кружевом, что-то такое, либо просто в американском. Но получилась смесь. Такая детский альбом в американском стиле с налетом такой состаренности, винтажности, да. Вот здесь я все-все-все тонировала под ушечками. Это не особо видно, особенно вот под конюшки, да. Но это очень сильно отличается, если сравнить, да, какая была белая ткань, как она получилась сейчас. Такая припыленная замшу тоже я припыленную получила, тонировала. Штампинг здесь у меня точки в основном. Еще где-то есть тетрадная клетка. Это от Мэм Стори у меня фоновые штампики здесь пошли. Такие вот два. Больше штампинга не использовала. Ну, вот здесь такой самолетик. В какой-то веке мне пригодились подвесочки бронзовые, да. Раньше мы их собирали, потом я их все раздарила, продала, потому что, ну, не пользуюсь. А вот тут они прям идеально подошли. Самолетик и такой велосипедик небольшой. А что, застежка у меня вот такая, никак я, что-то мне не хотелось сюда магнитную кнопку крепить на обложку, туда с обратной стороны тоже получилась у меня вот такая вот из ленточки застежечка. Немножко с корешком у меня были проблемы, ну какие были проблемы с корешком, я вам расскажу, наверное, во влоге каком-нибудь, вот, ну а вот так он выглядит, вот. Выглядит корешок сейчас. Так, давайте сразу... Ну ладно, потом положим с обратной стороны. Так, раскрываем. Здесь 5 разворотов. Когда сидела сначала делать, хотела везде 10 на 15 или 9 на 13. Поэтому у меня вот на первом развороте единственная фотография вот это вот 9 на 13. А потом я уже решила, что везде будет 10 на 15. Вот, поэтому вот она одна такая здесь. А что, использовала здесь вот такой вот нож. С AliExpress тоже приходил карман, попробовал его, да, карточка здесь. Не знаю вообще, на какой возраст этот альбом. Надписи делала универсальные, естественно, для мальчика, но такие не привязанные, не там первых шагов или что такое, хотя вот первые успехи есть, но это, знаете, может и в школе, и в саду первые успехи быть, а, вот. А в остальном надписи все такие универсальные, вот важные дела, вот тут наш малыш, что-то такое, да, а, или просто пустое место, вот как здесь для записи. Поэтому можно как и для постарше мальчика, так и на первый год жизни, прям, да, видите, вот здесь можно бирочку поместить, прям, так, если она у вас распечатанная такая, либо вот с обратной стороны здесь коровый конвертик, и туда бирочку положить, или локон, что-то такое, да. Здесь вот фотография 10 на 15, ну, такой вот декорчик, опять же, вот синий,
пудры. Вот это вот крафтовая блестит, тоже пудра, вам не видно. Пуговицы для контраста яркие, использовала прям такие акценты, маленькие-маленькие. Если приглядите, здесь есть цифры, вот 1, 2. Вообще очень нравится мне, когда в американском стиле используются цифры везде, но я их просто так в альбоме детском не могу как бы применять. А к чему они здесь, да, вот тут внезапно, раз, цифр 5. Почему? Она не школьная, да, тема, когда цифры уместные, что-то такое. Поэтому я старалась нумеровать, как бы, странички. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, но так ненавязчиво. Может быть, здесь может, будет и по месяцам фотографии, а может, можно считать это просто как декор цифры здесь, да? Или пронумерованные странички у нас. Вот. Надеюсь, правильно объяснила вам. То есть, смотреть на ваше усмотрение. Что говорю, непонятно. Так, да, теснение немножко крафтовое, да, вот так открываем. Здесь фотографии вертикальные, еще немножко декора. Вот штампик опять от Mom Story. И вот, собственно, крутой принт от Scrap Melange. Очень мне нравится эта коллекция. Я рада, что у меня еще осталось бумаги, но не сильно много, чтобы опять заморачиваться, сделать такой же альбом большой. Но в то же время можно еще какую-нибудь прикольную работу сделать. Вот такое теснение здесь. И небольшая вот такая вырубка тоже из обрезка бумажечки. Пошли вот такие флажочки у меня. Так, сюда, сюда, сюда. Так, соседняя страничка. Сейчас ускоряемся потихоньку. Здесь тоже у меня конвертик. Первые успехи, надпись. Вот. Надписи, кстати, у меня из листа для вырезания есть. Номер 1 фразы у Scrap Melange. А еще вот эти вот надписи вот с такой рамочкой. Это у них сет для вырезания. Слушайте, я не помню, как он называется. Я здесь подпишу название. Там он и для девочки, и для мальчика. Я повырезала, и у меня многие какие-то вот эти вот кружки были оттуда. Тежики какие-то, да. Вот такие, по-моему, элементы там были. Ну, вот такие общие штучки пошли оттуда, и в том числе там надписи хорошие есть, правда, они крупноватые, вот видите, они, ну, для альбомов прям вот таких вот, для миников не подойдут, большие будут. Так, ну, опять же, вот розеточка, на каждом развороте у меня есть розеточки прикольные, тонированные, тоже я все тут тонировала, но в основном коричневой подушечкой тонировала. Вот чипик покрытый глазурями у меня здесь, циферка 2 и высечки идут. На самом деле декор достаточно плоский, но тем не менее тоже имеет небольшой объемчик. Скобочки, билетики, много дотсов раскидывала я. Но это у меня жидкие дотсы, да, одного. Здесь у меня идет тоже конвертик. Почему-то у меня получилось много разных кармашков и конвертиков. Не планировала так. Здесь, кстати, мне очень понравилось вообще в коллекции вот эти вот с обратной стороны информационной пласты идут бордюры. Я их хотела в декоре использовать, но как-то они у меня в декор не пошли. Ну, хотя бы вот на подложечке пустила. Так прикольные. Ну и штампинг небольшой, штампик от Mom Story. Вот такой конверт. Тоже что-то можно положить, дополнительные снимки или что-то такое. Здесь с обратной стороны фотку. И вот принт. Ну, прикольно же. Да, желтых здесь не особо есть акценты, да, коричневый и голубо-синие элементы такие идут. Так, это был первый разворот, второй. Сейчас я приподниму альбом. О, тут такая у меня, видите, корзинка. 1000 лет она у меня, и тут мне внезапно осенило, что ее можно использовать в качестве фона для фотографий и видео. Так, вот такой второй разворотик. Здесь мостик. Часто тоже, когда я делала альбом на заказ, мостики у меня присутствовали, потому что это удобно. Можно туда вниз какие-то рисунки, большие снимки поместить. Можно вот просто теги стесненные у меня здесь, да. Идут вот такой декорчик. Это тоже ножичек с AliExpress, по-моему, от Piggy. Так производитель называется. Высечки. Вот, важные дела тут, да, может быть, малыш маленький что-то делает, а может, большой уже уроки учит, или там стихотворение учит, да, тут с книжкой. Опять же, видите, ненавязчиво циферка 3, вверх здесь поднимается, уголочки так, и вот так, и тут декор. Окно открыто, там лишние звуки идут. Вот, переплет весь тоже прошитый, тканевый, корешочек здесь из замши. Вот так идет часть. Соседняя страничка, смотрим. Вот такая. Здесь по фотографии квадратные. Здесь, надеюсь, у меня здесь и теги есть. Вот такие можно вынимать с обратной стороны, с той, с другой. Вклеить фото можно, просто вставить фотографии. Вся часть открывается сюда. Вот такой вот ножик использовал. Тоже, по-моему, с Али у меня есть края. Немножко тут декорчика. И вот так открываем. Теснение хорошо здесь смотрится на
подложечках, да. Ну, вообще, с крафтом, с коричневым, белый цвет вообще хорошо сочетается. А тиснение лучше всего, мне кажется, на белом выглядит. Ну, по крайней мере, у меня получается, опять же, декор. Цифра 4, как бы здесь. Небольшие терочки, флажочки. Вот, опять же, шпагат я закрывала, где приподнятый пивной картон. Все, теперь я так постоянно буду делать, потому что так красиво смотрится. Еще дополнительный, как бы, декор получается. Так, третий разворот вот такой у меня идет. Опять же, здесь принты. Я в основном на основании брала такие интерьерные принты. Вот, нигде у меня тут нет именно фоновых, потому что Scrap Melange идет с одной стороны такой интерьерный принт, а с другой стороны листа какой-нибудь локальный такой простой базовый фоновый принт. Вот, поэтому у меня здесь везде интерьерные, вот, какие-то с клипартами, что-то такое. А в декоре уже, вот видите, для рамочки я уже общий использовала, вот. И вот эти вот у меня желтые фигурки 1000 лет лежат. Они, этот пластик жидкий, но он был пожелтевший. А вот здесь прямо они идеально подошли по тону к этой коллекции. Как бы игрушки такие, да, мальчик. Вот опять же декор, всякие стрелочки, скобочки, звездочки. Цифра 5. Так, часть у меня вот сюда в сторону открывается. Вот, вот эти вот элементы тоже из набора для вырезания. И тут он не цифровой. Это тоже есть, просто набор для вырезания. Можно купить архивного качества. И подложечка сюда так идет. Сюда соседняя страничка для горизонтальных фото. Вставляются они здесь и здесь. Такой декор, надпись «Маме на счастье». И вот здесь такой тоже барашек сидит со строчкой здесь. Часть вся вот так сюда открывается. Здесь места не стало делать уголочки. Может быть, здесь большую фотографию 13 на 18. Либо две маленькие горизонтальные поместить. Ну, или одну вертикальную 10 на 15. Ну, а здесь маленький такой секретный кармашек. Тоже с тегом. Идет. На соседней страничке. Ну, соответственно, подложка. И сюда. Почти везде делал уголочки, кроме основания страницы. Опять же, может... Кому-то надо какие-то большие фотографии поместить, сады, школы, что-то такие общие. Может быть, у кого-то, наоборот, много маленьких, или они обрезанные будут и вклеят фотографии. Я прикладываю уголочки на клеевой основе для этого дела. Поэтому на основании у меня везде нет никаких уголков или подложек. Так, соседняя вот такая страничка. Ну, точнее, не соседняя страничка, такой, какой же четвертый разворот. Вот так я его разместила. Это разворотик. А тоже фотографии 10 на 15 здесь. Флажочки, тежечки, любимые книжки. Вот здесь мальчик пишет что-то, либо читает, там на соседней страничке есть. Фотографии так в бок часть, здесь рамочка, и еще в бок раскрывается сюда. Здесь вот такая подложка получилась симпатичная. Вот этот нож края, редко его применяю, но иногда он прям вот такой прям в тему идет. Такая часть с подложечкой. Идет сюда. И декорчик тоже прикольный. Желтые у меня элементы здесь в основном яркие, такого кукурузного цвета. Это пуговки. Шли большие, либо маленькие. Но вот на этом развороте нет маленьких. Тут были вот такая вот кукурузного цвета, такая со звездочками. Согласитесь, так оттеняют. Если их не было, был бы, ну, не так как-то озорно, что ли. Хотя, не знаю, уместно ли к такому альбому. Очень мне нравится этот принт с кроватью. Я не знаю, это оно так здорово прорисовано в таком вкусном оттенке коричневого. Здорово сделано. Ну, и вот декор, опять же, розеточка. Тег тисненный идет. Вот. Ну, альбом улегся. Вот, улегся. Так, опять же, 10 на 15, вот декорчик, здесь надписи только сверху. Вот опять же, из этого набора для вырезания «Маме почитай» называется, да, и мальчик вот с книжкой, с собакой. Прикольный, сверху здесь карман, тоже большой, так туда помещается, вот. Крупный, там крупный уходит туда. Пуговки вот такие идут. И вот этот вот ветрячок у меня, кстати, тут на фоне тоже есть большой для фотографии ветрячок. Так, а здесь фотографии горизонтальные, так... Вот. И вот так открывается. Вот. Идет сюда. И последний разворот. Но в какой-то веке последний разворот, и он мне нравится. Как получился, он такой насыщенный по цвету. Сейчас я его расположу удобно. Вот такой разворот. Ну, такой
классный. Не знаю, мне нравится. Обожаю это чувство, когда ты сделала работу, ты ее долго делала или недолго делала, но ты прям полностью удовлетворена результатом. Опять же, повторюсь, я не, там не хвалюсь, не говорю, что у меня лучшая и прилучшая работа. Нет, но для меня вот сейчас это прям в радость. Это то, что даже я превзошла то, что хотела. Это редко случается, поэтому прям я такая на позитиве. Надеюсь, что вы меня поддержите. Вот, кстати, хотела поговорить. Я все еще не теряю надежды, что я буду снимать мастер-классы по детским альбомам. Разные у меня там в планах. И с файлами, с большими, с маленькими. И помесь файлового и оформленного альбома. И в американском стиле чисто оформленный альбом. И вот, может быть, сделать еще в такого плана. То есть американский, но тоже тонированный. Что-то такое. Напишите, хотелось бы вам. Или все-таки это такая узкая тема, и сейчас никому это не надо, да? Вот такие элементы, звездочки, вот нож звездочки, вот это тоже с Алиэкспресс, и вот эти вот тежечки, это тоже с Алиэкспресс, прям этот наборчик тежечков был, и не флажочков. Я, не оказывается, я вот только в этом альбоме заметила, что они идеально так друг друга оттеняют, как рамочки, да? Вот. Чипик идет фоновый, чипик идет от скрапиков, да? Уголочки. Здесь у меня верх часть открывается. Вот так. Идет. А вот этот вот, как всегда, негатив от ножа от Скрапмана с кружочками вот этого негатива я даже иногда больше люблю, чем сам ножик, да, потому что они так здорово обрамляют элементы. Так, сюда в сторону. Вот принт. Классно. Что-то у меня сегодня со съемкой как-то не так высоко я делаю, да, надо было повыше. И вот так. Тут элементы. Ну, я советую девочке особенно эту коллекцию. Кто начинающий, кто плохо может еще подбирать, чувствовать нюансы бумаги, подтонов. Здорово продуманы коллекции, элементы. Все-все в одном стиле. Нет такого, что в вырезалках что-то выделялось и неуместно. Хотя зачастую производители это бывает, и ты так смотришь, а причем здесь этот элемент? Или половина вырезалок у тебя уходит не туда, а тут все в едином стиле. Вот, пока я не нарадуюсь на коллекции от Scrap Melange. Последняя страничка. Вот такая розетка здесь объемная получилась немножко. С приподнятой звездочкой. Здесь уже как бы пятый разворот, упала у меня корзинка. Пятый разворот, девятый, десятый должна была быть цифра, да, но уже не стала я цифру здесь, делала один. И где-то у меня здесь нолик тоже зачесался. Ну, я что-то... Зачесался нолик у меня здесь где-то. Вот, ну, может быть, или не применила, так я его. Так, вот такой декор идет в рамочке совсем большой, да, можно для день рождения использовать. Сюда вот нолик, где зачесался, вот он тут чешется. Так, штампинг тоже здорово смотрится, да? Без штампинга было бы поскучнее. Вот здесь такой объемный ветрячок у меня. И опять конвертик сюда, конвертик открывается сюда. Чем мне нравится так располагать конвертики, что у нас на этой стороне можно, видите, полноценную подложку сделать. В принципе, можно и здесь полноценный вот уголочек. Раз, два, три, четыре. Ну и пусть здесь будет отверстие, фотография все равно будет держаться, да? Вот, такой альбом получился. Сейчас я вам еще покажу здесь что. Вот. Что-то уже несколько работ подряд, наверное, работы три альбома, да, я делаю свои лейблы в кои-то веки, и на таком желтом фоне меня это почему-то так радует, умиляет, желтый фон. Все, закончил я этот обзор альбома. Пишите, нужен ли вам мастер-класс именно по вот не просто американском. Я в любом случае буду делать детский или не детский в американском стиле, но именно с налетом винтажности такой, с пошарпанности здесь нет, здесь только тонировка есть коричневая. Вот. Ссылочки на Scrap Melange обязательно оставлю в описании. Бумага очень доступная, классная по качеству, удобная в работе, еще раз напомню. Ну и на ДК нашу смотрите, вдохновляйтесь нашими работами. Рада, что вы со мной, побольше времени на скраб, и пока-пока!